связи с увеличением пассажиропотока во второй половине августа по пятницам, субботам и воскресеньям подвижной состав по направлению Кишинев-Одесса-Кишинев будет удвоен. В Министерстве экономики и инфраструктуры отмечают, что 17, 18, 19, 24, 25, 26 и 27 августа поезд Кишинев-Одесса будет состоять из 8 вагонов. Билеты на эти дни уже в продаже, и цены на них прежние – от 142 до 185 леев в зависимости от класса вагона. Для детей стоимость билетов колеблется между 50 и 65 леями. Поезд Кишинев-Одесса-Кишинев уходит с марта этого года. Летом он курсирует ежедневно. Из Кишинев состав отправляется в 6:57 и прибывает в Одессу в 10:50. Таможенный контроль пассажиров осуществляется в здании столичного железнодорожного вокзала перед посадкой на поезд. Из Одессы поезд отправляется в 18:45 и прибывает в пункт назначения в 22:27.